себе в своих силах. Тип на черном мире не насилуя движок автомобиля по проспекту мира, разгоняясь импульсивно. Сука, выглядит красиво, это больше, чем машина. 300 с лишним лошадиных, он по жизни победитель. Строит бизнес мозг у сити. Извините, вы простите, если на дорогах вам не уступает левый ряд. Едет гоночный снаряд. Детка, пристегнись потуже под музон Мехмана. Снова, как ни странно, до упора выжимает он педаль, пролетая с ветром где-то 200 км в час. И прибавил зубасах, загорелись а глаза. Захватил его азарт, парень топит по газам. Ну давай подожди, не спеши обсуждать. Это жизнь, он спешит, ты не шагу назад. Он боится не успеть и попасть в эту сеть. Бизнес можно потерять, тормознув на желтый свет. Это Мерседес, брат, AMG, обвес, руки вверх. Те, кто знает себе цену и имеет вес, в этом городе помех, нам горит зеленый свет. Это Мерседес, это Мерседес. Это Мерседес, брат, AMG, обвес, руки вверх. Те, кто знает себе цену и имеет вес, в этом городе помех, нам горит зеленый свет. Это Мерседес, это Мерседес. 001, погоди, едет черный мерин впереди. Он подсел на скорость, братка, как на героин. Молодость, адреналин, фан Формулы 1. Лучше не шутить с ним, хоть он вовсе не бандит, но спокойно может протащить. Это дерзкий тип, брат, мазафакинг щит. Может бошку прострелить, так что лучше не дерзи и не подрезай его. Когда зол, он просто псих, по понятиям живет. Каждый год, круглый год, поднимает ВВП. Он идет к успеху и наверх. Незаметно расширяя бизнес, убивает конкурентов, умножая числа на счету одним моментом. Кто-то как-то что-то где-то может там от зависти сказать, что Папенькин сынок, но на самом деле сам с помощью Всевышнего Отца он поднимался и вставал, чтоб прокормить свою семью и сесть за суперкар. Это Мерседес, брат, AMG, обвес, руки вверх. Те, кто знает себе цену и имеет вес, в этом городе помех, нам горит.